Действие третье. Мой спутник зашел в мрачную сырую гробницу. Было похоже, что ее воздух придавал ему сил. Я стоял возле входа, между светом и тьмою, и остатки моей святости говорили мне не входить туда. Но этот голос превратился всего лишь в тихий шепот. Пока мы спускались ниже, все дальше и дальше заходя в гробницу, я начал замечать перемены в своем спутнике. Казалось, что он становился сильнее. Я почти ничего не видел в полумраке, но мой спутник, похоже, хорошо знал дорогу. Наконец мы вошли в огромный зал. И тогда я понял, что мой спутник совсем не становился сильнее. Он терял остатки своей человечности. Он двигался с демонической скоростью, и тогда послышался твой голос. Стой! Чудовище, которое заключено здесь, никто не должен освобождать, даже ты. Помоги мне. Освободи меня. Помоги. Быстрее. Пожалуйста, поторопись. Нет, не делай этого. Идиот, ты только что обрек этот мир на ужасные страдания. Ты даже не сможешь понять, кого ты освободил сегодня. Отправляйся в храм света, который находится на востоке от города Караст. Там ты найдешь ворота в ад, которые откроются перед тобой. Ты должен найти в себе силы и пройти через эти ворота, Мариус. Возьми туда с собой этот камень, который ты держишь. В аду его уничтожат. А теперь беги, возьми камень и беги. Что мне оставалось делать? Я побежал. Приветствую тебя. Добро пожаловать в Кураст, странник. Немногие приходят в этот древний город по собственной воле. Надеюсь, вы прихватили с собой здравый рассудок. Меня зовут Хратли. Я волшебник, работающий с металлами. Я с радостью окажу вам помощь. Сейчас у меня не очень много клиентов. Как вы видите, много людей погибло во время нападения войск Мефисто. Каналы были красными от крови, и демоны теперь бродят по земле. Проклятый ад джунглей уже поглотил большую часть Кураста. Единственное безопасное место осталось здесь, на причале, так как заклинание не пускает сюда зло джунглей.
Но долго это не продлится. Что еще хуже, дети Закарома объединились с силами Мефисто. Закаром сконцентрировал их в силу в храме города Травинкал, который находится далеко на территории Куроста в дебрях джунглей. Это правда, они невероятные фанатики. Но я утверждаю, что так называемые «воины света» на самом деле не что иное, как марионетки в чьих-то руках. Да? Я уверен, что ты, будучи варваром, видел много странных мест на Земле. Но во имя всего святого я бы никогда не пожелал снова вернуться в это проклятое место. Эти зловещие джунгли не тот город, который я видел раньше. Я не знаю, какое здесь зло, но поверь мне, мой друг, ты должен его остановить. Я помолюсь о том, чтобы ты успел до того, как джунгли поглотят последние останки моей любимой родины. Если это зло не остановить, он... Давно я уже не бывал в прекрасном Куросте, но я никогда не думал, что он настолько погрузится во мрак. Наверняка это работа Мефисто. Вам лучше идти дальше, мой друг. Диабло и Бал все еще на свободе, и вы должны найти их. Просто оставьте меня в покое, я... О, вы некромант? Я слыхал, что такие, как вы, используете сильные зелья для воскрешения мертвых и контролирования духов. Я бы как-то поговорил с вами о компонентах, которые вы используете. Я Алкор Алхимик, я разбираюсь в зельях и мазях и могу продать вам что-нибудь, если надо. Заходите, когда захотите. Добрый день! Привет, вы должно быть большой искатель приключений, раз уж рискуя жизнью прибыли сюда. Меня зовут Ашера, я главарь банды наемников, известный как Железные Волки. Мы преследовали и убивали демонов в джунглях месяцами, но они все идут и идут. Кажется, здесь все кишит дьяволами. Прошел слух, что вы пришли помочь. Если это так, я позволю вам взять некоторых из моих наемников. Но будьте осторожны, если вы их оставите, они будут хуже, чем монстры в джунглях. Привет.
чем могу помочь? Лорд Галени Мессив сказал мне, что он любит нефритовые фигурки. Во время его торговых походов он собрал странную подборку этих маленьких статуэток. Я покажу ему твою фигурку. Легенды про мудреца по имени Кулих, который изучал тайны жизни за пределами смерти. Если все правильно я помню, его пепел был помещен в золотую статуэтку. Все это очень странно. Это же золотая птица Куиле. Благодарю тебя, мой друг. Погуляй, пока я разберусь с этой золой. Потом возвращайся, увидишь, что я приготовлю для тебя. Из пепла Куиле я приготовил для вас зелье. Забывайте, что ваша главная задача здесь, в Куросте, уничтожить Мефистофеля. Древние Градримы заключили Лорда Ненависти в сторожевую башню, которая находится в Травенцальском городе-храме. Знаете, что добраться до темницы Мефистофеля можно лишь уничтожив артефакт, непреодолимую сферу. Мефистофель использовал ее для контроля жрецов Закарума и их последователей. Сфера может быть уничтожена только древней цепью, пропитанной душами честных жрецов. Вскоре после заключения Мефистофель простер свою власть зла на жрецов Закарума. Все встали на пути зла, спасся только один – Калим Хуэхиган Высшего Совета. Мефистофель повелел другим жрецам Совета найти и расчленить Калима, а его останки разбросать по всему королевству. Жрец Сан-Кикур узнал Калима как Куэхигана, в конце концов став воплощением Мефистофеля здесь, в смертном мире.
Испорченный высший свет приспособил сферу для контроля оставшихся верующих в Закарум и использовал их силу, чтобы спрятать логово их хозяина от смертных. Ваша задача состоит в том, чтобы собрать останки Калима, его сердце, мозг и глаз. Потом с помощью городрического куба соединить цепь Калима с его останками. Когда вы это сделаете, вы должны уничтожить непреодолимую сферу с помощью воли Калима, чтобы открыть путь к убежищу Мефистофеля.
Добрый день.
Thank you.